6 июня текущего года на канал 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестные парни европейской внешности у несовершеннолетнего жителя города Усть-Каменогорска по проспекту Назарбаева в надземном пешеходном переходе открыто похитили денежные средства и сотовый телефон. Незамедлительно инспекторами-навигаторами в радиоэфир была передана имеющаяся ориентировка на вышеуказанных лиц. Принимаем меры задержания скорых лиц по ориентировке. Охрана 38 принял, авария Михаэлиса. Благодаря слаженным и профессиональным действиям комплекс сил полиции и управления полиции города Усть-Каменогорска, инспекторами видеонаблюдения Центра оперативного управления и принятыми мерами патрульного экипажа ХРАН-38, данные лица были задержаны и в отношении их начато досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса. В ходе разбирательства также было установлено причастность к аналогичным преступлениям, которые было совершено в тот же день в отношении жительницы города Усть-Каменогорска, у которой они также открыто похитили сумку, в которой находились личные вещи.